Самый красивый будет, когда вот у нас там это подъем на гору, угу. И вот эта красная лента. Дельфинчик есть. И акулка. Маленький дельфинчик. Угу. Квидит свелф. Квидит свелф. Тоже звучит. Эквинокс. А, это Шевроле. Это кого отозвали? А, Форды. Форды, Форды. С 20 по 22 год, да? Угу. Неприятно. Что-то там протекает. Да, что-то течет на двигатель, на двигатель воспламеняется, все горит, все взрывается. И все, кто имеет эту машину, имеют право обратиться по своему бортовому компьютеру в центр поддержки и протестироваться, и можно машину будет заменить или провести ремонт, кому как больше нравится. А если в следующей машине это же случится? Ну, сейчас они, наверное, призадумались. Да если это не торговые войны. Самая значительная предыдущая торговая война была с Тойотами, у которых вот эти вот коврики, которые у меня сейчас полотенце, да, они забивались под педаль брейка, и они не могли тормозить в критической ситуации. И поэтому там такой скандал был. Прям Тойота разорялась на глазах. Ну, Тесли тоже приставали. Ну, а что еще она как в воде сильно взрывается. Пристают. Ну, и пока... еще будут приставать. А что сейчас Антифа делает? Все. Война против Теслы, против Илона Маска. Все пропало. Они прямо громят, бомбят и эти дилершипы и уничтожают Теслу. А это война была. Ну, это же, наверное, правда. Литиевые батарейки в воде, промокнув, начинают воспламеняться. Как мы ответ от производителя не услышали, это фейк или это реальная история. Вот видишь, на высоких каких колесах Шевроле такой трак. Мне нравится. Да, и там еще подсветка, видишь, под колесами такая лампочка подсвечивает, чтобы видно было хорошо. Это такой сильный трафик. Нам тут ездит Клермонт туда. Тут еще два светофора. И что интересно, оттуда-то тоже посмотри, какое движение мощное. Все едут в Орландо из Клермонта. Переселение народа. Вот такой закат. Вот здесь уже панорама. Мы поднимаемся. Нереальная красота. Вот он, Клермонт. Граница. В реальности небо серое, посмотри, а на видео еще видно какие-то розовые, ну, золотые, да, оттенки. Ты смотри, ты у нас украшаешь. Наш Samsung украшает видео. Да? Молодец. Делает красивее. Видишь, с этим бибиканья не было, вот с этим машином, я не знаю, кто виноват, я или он. Молодец. Да нет, виноваты. Просто сигнал и все. Предупреждает. У меня такая машина, она меня предупреждает. Делать поворот, не делать поворот. Там вообще. Угу. Поля направо, поля налево. Я так и читаю, Кия, не вижу. Что говорить?
тысяча. Не знаю, тоже едет медленно. Нет, зажигается. А, это когда у тебя справа машина зажигается, когда слева машина у меня зажигается. Если я сейчас дам поворотный сигнал, то у меня будет бибикать, потому что вот сейчас, смотри, видишь, мне нельзя поворачивать. Это, ну, извините. Зачем там зачем? Ну, ничего, он призадумался. Извини, человек, ехай, ехай. Ну, просто я показать, что... Всегда вот так пальмы, смотри, на закатном небе просто. Я же могу вот и по телевизору вести машину, и по смотреть реальную картину. Да. Hyundai, смотри, сколько машин. Да, очень много, молодцы, у них все в порядке. Да, посмотрим, как Nissan. Они мне пишут песни, письма из Ниссана. Продай машину, продай машину. Мы да? Тебе, да, мы тебе денег дадим много. Угу. Потому что они ее будут перепродавать. Угу. Им нечего перепродавать, понимаешь? Нечем торговать им. Это как вот эти риэлторы. Продай дом, продай дом. Угу. Куда мне потом... идти с этими деньгами, они не интересуются. Вот продай, ну, все. Свое, им же надо продавать. Вот у меня была знакомая риэлторша, Вилла Лобос. Вот она ко мне тоже вязалась. Найди дом на продажу, найди дом на продажу. Ну что это такое? Ну а Майк сколько продавал? Ну вот, он же не хотел этой Вилла Лобосу продать за полцены, чтобы она потом... Ну понятно, да. Там еще и вопрос в цене. Да, конечно. Они же свою выгоду хотят получить. Тойота вообще нету ничего. Тойота, да, Тойота дилершип совсем пустенькая. Как же так? И там у них такие площади, вообще ничего нету. Тойота, а те были кто? Хундай, да? Хундай. Вот так вот. Смотрите, кто лидирует. Мы вот в эту Тойоту пришли, белый рог покупать, Nissan с этим с кремовым салоном. Вот в эту пришли. И не продали они нам. На второй день мы уже договор подписали, они говорят, все, ушел. И как их после этого уважать? Только по интернету я искала нашего красивого. Помнишь, я как боялась ехать, как будто не тот же самый, да? Да, да, да. А Джонни возил? Да, Джонни меня долго возил. Молодец. Санта-Крус, ну ничего себе, какой красивенький. Санта-Крус, а он еще и трак. Смотри, уже почти темно, а на мониторе вон свет. Светло, и да. Что-то я вчера снимала, цветочек нет. Что-то я делала, так вот было интересно. Ну, не вчера, сегодня же, в даунтауне. Уже когда в небоскребы, это как бы гора, там же темно между ними, да? Да. И я удивлялась, что мне все хорошо. Видимо, то, что у меня впереди осветительные приборы работают. Это кто? Кармакс. Какие-то джиботраки стоят. Смешные. Джонни говорит, агли. Агли? Агли, да. Мне нравится. По-моему, очень прогрессивная машинка. О, вот это закат. Вот смотри, в телевизоре намного ярче. Ниссан, как они выглядят. Ну,
хоть обзавелись. Но это они ну, нет, все равно наперед выставили, да, а там, где вот новые всегда стоят, там вообще, да. Ну так, по крайней мере, лучше, чем было. У них было очень скучно. А вот здесь надо смотреть на экране. Это они кузов знаешь для чего открывают? Для чего? Чтобы экономить горючее. Почему? А как? А они верят, что если открыта дверь, то тогда ветер не тормозит машину. Меньше сопротивления. Ну ты смотри, когда я видел такие фонари, они сумасшедшие какие-то, как полиция. Я синих фонарей никогда не видела. Это вход какой-то козырный, это соседство. Как это называется?